Госдума обязала банки возвращать жертвам мошенников украденные деньги. По новому закону операторы по переводу средств должны будут проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физлиц, даже если есть согласие клиента. Банки и другие операторы должны будут не только тщательнее проверять подозрительные транзакции, но и принимать другие меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. Иначе придется возвращать людям украденные преступникам деньги в течение 30 дней после получения заявления клиента, а в случае трансграничного перевода в течение 60 дней. Речь об операциях, совершенных без добровольного согласия клиента, либо когда оно было получено обманом. Закон вступит в силу спустя год после подписания его президентом и официального опубликования, то есть не раньше июля 2024 года.